Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Уже три раза старая карта отправляла нас на Крымскую войну. Соложата, Света и Витя, поучаствовав в грозных событиях, не на шутку увлеклись этой темой. Дяденька Боцман, оказывается, англичане нападали на Дальний Восток. Как и японцы в 1904 году. Помните, мы видели? Да, повидали мы немало. Спасали морских котиков от браконьеров. Побывали в осажденной крепости Порт-Артур. А что им у нас нужно? И японцам, и американцам, вот и англичанам. Хе-хе, Соложата, это же какие богатые земли. Камчатка, Сахалин, рыба, полезные ископаемые, нефть и природный газ. Да и не только в нефти дело. Там восточный форпост России, выход к Тихому океану. Вот и находятся желающие выжить нас оттуда. А давайте посмотрим, как это было. Почему бы и нет? Интересно, куда перенесет нас карта на этот раз? Света, отодвигай. А вы, мистер Томас, оставайтесь, караульте дом. Ух ты, здорово! Горы вдалеке. Это не просто горы. Видите, вон та, самая высокая, в снегу. Это сопка Ключевская, самый большой на Камчатке вулкан. Только он сейчас спит. Так мы на Камчатке? Конечно, недалеко от города Петропавловск-Камчатский. Сюда в августе 1854-го явилась английская эскадра. Я помню, читал. Вон, смотрите, корабли на горизонте. Ну-ка, где моя подзорная труба? Да, Света, это военные корабли. Английские? А чьи же еще? Два русских корабля, фрегат «Аврора» и транспорт «Двина» стоят в гавани. Их пушки защищают город. Это вон в той стороне, за мысом. Слышите? Эскадра перестреливается с русскими батареями. А тогда эти корабли что тут делают? Смотрите, всадник! Форма казачья. Я в интернете такое видел. Это наш. Свои, свои. Так точно! Казак пограничной стражи Векшин. Меня послали с депешей. Аглицкий корабль десант высаживает. Получили отпор и теперь хотят подойти к городу с суши. Так и есть. Ничего, у нас и солдаты, и казаки наготове, и местные охотники. Надо только упредить, понять, где ворог высадился. А у меня, видишь ты, лошадь захромала. Пока доберусь, поздно будет. Плохо дело. От фрегата уже отходят шлюпки с солдатами. Тут в бухточке припрятан баркас. Солдаты здешнего пограничного поста на нем рыбу ловят. Одна беда. Я в морском деле-то не силен. Сам не управлюсь. А давайте мы вам поможем. Мы умеем. А справитесь? А что ж не справиться? Да и я подсоблю. Чай не забыл, как с парусами обращаться. Где ваш баркас? Да вот тут, за камышами укрыт. Надо столкнуть его в воду. Ну-ка, навались. Еще! Взяли! Ура! Получилось! За дело, Соложата. Света, ставим парус. А ты, Витя, к рулю. Справишься? Еще бы! Я на двух гонках был рулевым. Ловко у вас выходит, мальцы. Нас в Академии парусного спорта научили. Академия, говорите? Мудрёно чё это? И вовсе не мудрёно. Света, подбери шкот, парус полощет. Есть! Молодцы, Соложата. С таким ветром мы в раз добежим до мыса Сигнальный. А там уже приготовлены дрова для костра, масла. Зажжём, в городе и увидят. Здорово! Как сигнальные огни во «Властелине колец», да?
Сигнальные костры устраивать – дело обычное. Радио здесь пока не изобрели еще. Вот и подают сигналы дымом. Ой, дяденька Боцман, что это? Плохо дело, клянусь Нордвестом. Видать, английские разведчики нас заметили, поняли, что можем предупредить, и послали вдогонку шхуну. Она нас догонит? Может и догнать. Баркас не яхта, скорость не та. Что же делать? Правь ближе к берегу. На шхуне побоятся сесть на камни и не пойдут за нами. Правь прямо на буруны, Витя, скорее. Верно, и зигзагом, чтобы им иродам целить несподручно было. Это называется галсы, и никакие не зигзаги. Света, не время умничать. Отставить разговорчики. Приготовиться к повороту. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.